следующую. Когда власть нам диктует, а мы вынуждены в этих условиях карабкаться и выполнять то, что нам надиктовано. Мы должны вести диалог на равных, партнерский диалог. И сегодня, сегодняшний митинг – это первый шаг, это первая попытка к формированию такой культуры. Мы должны научиться вести цивилизованный диалог, как это делается во всем мире. И второе. Люди мне говорят: «Ну я же не предприниматель, зачем я пойду на этот митинг? Почему мне нужно прийти сюда? Пусть предприниматели себя и поддерживают, я какое к ним отношение имею?» Друзья, все мы пользуемся какими-то продуктами деятельности предпринимателей. Мы кушаем в ресторанах, кушаем в кафе, покупаем в магазинах продукты, мы стрижемся в парикмахерских. Господа, мы хотим, чтобы эти услуги, эти товары были качественные, чтобы мы за них не переплачивали. Соответственно, предприниматели должны работать в отличных условиях. Это в интересах каждого человека, каждого сидящего здесь, каждого. Спасибо большое. На сцену приглашается Федор Коршунов, представитель...